рада приветствовать на своем канале всех своих подписчиков и не только. Сегодня готовлю и делюсь рецептом очень вкусного приготовления кабачка. У меня отварной рис, морковка, помидор, красный лучок, белая паприка и укроп. Подсаливаю соевым соусом. Чтобы не использовать масло, добавляю пару ложек сметаны. С соевым соусом получается очень вкусно. Кто не любит, тогда солью. Этой начинкой буду начинять кабачок. Сегодня у меня кругленький, нестандартной формы. Кабачок уже пустой. Я его вычистила. Все готово. Обязательно заворачиваю в фольгу, чтобы сам кабачок не развалился и не обгорел. Через 25-30 минут добавлю запекаться курочку. Это отделенная часть бедрышка от кости в майонезе, соль, перец, специи. Кабачок уже наполовину готов. Добавляю курочку. Все отправляю запекать дальше еще на 25-30 минут. Если использую стандартную форму кабачка, тогда по горизонтали снимаю небольшую шляпку вдоль всего кабачка. Также выбираю мякоть, внутренность, и начиняю овощами. Ну разве это не вкуснятина? Мне так нравится. Это очень вкусно. Рис с овощами, соевый соус, сметанка. Все получается очень сочное. Кабачок сочный, мяско запеченное. Чем проще, тем вкуснее. Чем быстрее, тем лучше. На этом все. До новых видео, до новых встреч. Всем пока-пока.